New game. Да, как ты чувствуешь себя? Ты думаешь, эти сессии все еще помогают тебе? Ты должен постараться еще немного. Давай. Мы должны начать какую-то терапию Vivo. Терапию Vivo Exposure. Блять, собачка. Милый песик. Погнали. Я не могу выйти, кстати, отсюда. И у меня полоса на экране, здесь нет висинка. Я могу поставить висинк в игре, нет? Песик, помолчи, блять. Сейчас уйду назад, не будем гулять. Let's go. Похож на слайд Шрека. Мы просто гуляем с песиком. В Silent Hill. В Silent Hill гуляем с песиком. Все хорошо. Песик, это может быть ты пописаешь хотя бы? Покакаешь, нет? Я не уверен, на самом деле, я довольно... Ну, я сегодня только с утра гулял со своей собакой. Но вроде бы она делала эти вещи. Я не знаю, зачем еще собакам гулять. Кроме как писать и какать. Вот столб. Блять. Гейм. Игра Акума Киры. Песик, у тебя есть цель в жизни? Мне кажется, моя собака зомбирована. Она просто идет вперед, она даже не оборачивается, ничего не делает. Она просто как зомби, блядь, идет вперед, и все. Ладно, допустим. Сейчас вылезет какой-то скример. Ладно, песик. Нам нужно поскорее добраться домой. Какой-то ливень, блядь, потоп настоящий пошел. Вода даже не успевает убывать. Блядь. Песик, нет! Как это вообще могло произойти, песик, блять? Песик был засосан в канализацию. Lost in Vivo. Пиздец. Хуёвенькое начало игры. Мы должны спасать песика. Погоди, так это игра от создателя хуйни вот этой вот, которую мы проходили, да? Где скримеры еще в конце были. А, тут много отсылок на другие игры, я понял. Да, это отсылка на Amscarret. Хорошо. Я не знаю, если есть хорроры с такими скримерами, я обязан в них поиграть. Блин, это просто кошмар, что за... Как песик вообще мог попасть сюда? Project MQ. Виктор... Ага. Нажмите Space, чтобы свести... Песик, я слышу тебя. Я иду с тобой, песик. Где тут кровь была? Он за этой стеной. Я пойду сюда. Тупик. Никаких полезных объектов пока не найдено. Окей, я понял. От кого? Эта игра... Spooky House прикольный тоже был. Хоррор. Ну, как хоррор. Прикольная игра, в принципе. Инди-хоррор.
Песик. Отаку панк. Сара Ситс. Челбише. Это, видимо, титры просто, да, на стенах написаны, я так понимаю, да, или что? Что это было? Вы видели? Блять, поменьше звук. Я делаю тише игру. Press I to check inventory. Ага. Фонарик. Мануал. Ну, менюшка как в Silent Hill прямо. Кейринг. Окей. Давайте возьмем это. Sledgehammer picked up. Ага. Окей. Так, где песик? Блин, вы сбили меня, по-моему, здесь. Спасибо, Мэтт Джусес. Если пес умрет, то бан. Спасибо за сотку битцов. Пес не умрет, я же герой. Ну, я не знаю, если здесь он обязан умереть по сюжету, то я ничего не могу сделать. Какая-то новая лока. Можем разбить лампочку? Не можем, и лучше на нее не смотреть. Мои глаза бесполезны. Какие-то бредни сумасшедшего здесь написаны. Пес? В записке можно особо не заостряться. Хорошо. Ебать! И вы говорите, нет блядских скримеров здесь? Что за хуйня, блядь? Пиздец. Ох, блядь. Какая криповая хуйня, что за... Пёс? Пёс! Ладно, maybe эта игра довольно стрёмная. Что там с мутацией происходит? Какие-то волосы просто торчат. Блять! Ебать! Нахуй идите! Врубите свет! А, это я, блять, это я случайно нажал F, походу. Блять, что за хуйня? All hope abandoned. Реально я могу так пролезть, я играю за карлика? И даже обратно вылезти не могу. Спасибо, я обосрался. Я-то как обосрался, чуваки. Уверен, что я обосрался побольше, чем вы.
Ну нахуй, уходим отсюда. Что за звук стрекозы? Сто процентов сейчас мы обернемся в один момент, и какой-то карлик с ножом будет нас уже мутузить в этом коридоре. Ну ладно, эта игра неплохо выглядит на самом деле. Я думал, она намного хуже. Погоди, это песик мутировал, что ли? Так, я обязан идти сюда. Кто-то вырвался из клетки, видите? Ушки немного насилуются, но что поделать. Что происходит? Что это такое? Какой-то механизм? Окей. Damaged handgun picked up? Ни хрена себе, чуваки, что я нашел? Как вообще догадаться о том, что если ты ударишь это говно, ты получишь handgun? Hello, песик. Ты демоном стал, да? Потерянная запись 1. The fuck? Блять! Песик! Нет, какой-то ёбищный песик. Спасибо, Полина Юб, за сотку. За 200-500, точнее. Сохранение. Игра сохранена. Хорошо.